Привет, друг! Прости за ожидание. Ждать. Слово дня. Первое наше слово. Wait. Давай произнесем вместе. Wait. Теперь ты. Еще раз ты. Я тебя слушаю. Wait. Правильно. Давай еще раз скажем. Я могу подождать. I can wait. А теперь ты. Здорово получилось. Сделай вопрос. Могу я подождать? Я уже не буду писать, чтобы ты напрягал свои мозги. Напрягала свои мозги. Давайте будем уже сами в голове составлять эти предложения. Могу я подождать? Can вперед. Давай. Все получилось. Ты умничка. Can I wait? Can I wait? Ждать как? Wait. Отлично. Ну, подожди немножко, и поедешь на море. Ждать как? Читаем. Еще? А можешь сказать громко? Здорово! А можешь сказать тихо? А если темной ночью ты увидишь такой знак? То тебе говорят, подожди, не торопись. Wait. Ну, а что означает эта табличка? Пожалуйста, подождите. Давай еще. Как будет подождать? Ждать? Скажи, я, например, буду ждать. Будущее время? Верно. I will wait. А ты знаешь, что официант от слова ждать? Wait – это ждать. Официант – это waiter. То есть, по сути, он получается ждун. Ждун. Он ждет, пока ты сделаешь заказ. Он ждет, пока шеф-повар приготовит этот заказ. Вот и ждун. Waiter. Повтори, пожалуйста. Верно. Waiter. Еще разок. Waiter. Если нужен официант. Waiter, come here, please. Он кто? Верно.